Всем привет! Сегодня я буду слушать беса. Это 10-й раунд «Мир после меня». Бес у меня заключительный. Я всех уже переслушала. А чтобы было и вам интереснее, и мне, я, в общем-то, как бы слушаю, оцениваю, потом и расставляю баллы. И кто, вот, и кто победитель, сегодня мы узнаем. Давайте послушаем. У нас ремонт тут кто-то делает. Да, у нас ремонт кто-то делает. А мы уже сделали. Волнительно. Миг, багровый август из окна. Миг, и канонада из октав. Миг, после меня тогда война. Мир, после меня ща война. Тайм-код, отшумели голоса. 9к убитых тел, постапокалипсис в игре. Но у твоих иммунитет, на нас не ставили окей. У фаворитов много дел, им обещали хамакей. Поединки налегке, битвы для детей, мир приоритет. Блин, в финале без, Витя бы слетел. Книги жалоб, все должно быть по-другому. Пыл из жара, парочка, да надо, чтобы ставить комин. Американские горки, падения, взлеты, упрямости. Только мой драйв этой гонки. Я дрался до гонга и даже сегодня остался голодным. Американские горки, горки. Не спасу деньги и рейтинг, рейтинг. Изобретал свои бомбы. Смотри, как одни поредели шеренги. Мир после меня, ща война. Адреналин по пенам прет, я оголяю правота. Какие правила, когда либо борьба, либо петля. Маниакальная любовь, самокопанию и игла. Кругом война. Они в чатах телеграмма запрещенным говорят. Это молчание и гнят. И если правда умерла во мне, то падал полиграф. Досчитал до 10, но себе в прятки проиграл. Мальчик не реви, мальчик не реви. Твой хилый фон не сдует одуванчик у реки. Ты так себя поверил, одураченный детьми. Но тащат не все судьбы и жалуйся на стрим. Стыд, я так не привык, стыд. Мальчик не реви, но мир тебя забудет после бета селяви. Ты тут, но из-за скидок на билеты в Тель-Авив. Я не хотел войны, ты ее начал, не беги. Стыд, мальчик не реви, стыд. Мальчик не реви, не, ведь тебе не нужен биф. Не, не, а признание в любви под этот бит. Миру мира, Виктор убили рубин. Ты токсичен, объявляю карантин. Санта-Батла, ты остался каким был. Улыбаться или плакать, Орликин. Инфантильность, недосказанность, конфликт. Пионерский газ ударит на кадык. Ты сдурел, какой пив, сыроед. Знаю, ты хотел за хлеб, но эта стенка на расстрел. Не реви, что на фест, не беру на разогрев. Там мало места, ты не сможешь на двух стульях усидеть. Тема по вернадскому заум, твоя задротская. Только любовь фанатская. Опять начали выяснение отношений. Мне тут надо пофилософствовать. Во мне так много личностей. Надержи Михаил Оскара. Меня сделал карим глазы, поезд Бен. Тебя в пятом поезд Элю. Для обоих звезды сошли. Смотри, как я вынес того, кто вынес того, кто вынес того, кто вынес меня. И сезон затащил. Ай-яй-яй-яй-яй. Видите, класс, перевел. Твой хилый фон не сдует одуванчик у реки. Ты так себя поверил, одураченный детьми. Но тащат не все судьбы и жалуйся на стрим. Стыд, я так не привык, стыд. Мальчик не реви, но мир тебя забудет после бета селяви. Ты тут, но из-за скидок на билеты в Тель-Авив. Я не хотел войны, ты ее начал, не беги. Стыд, мальчик не реви, стыд, мальчик не реви. Сдай свой сторителлинг, обейся. Расскажи все обо всех, ведь классика мне интересен. Вот тут музыка прям удачная в первой части и во второй. Вот и все, вырубай свет, отшумела музыка и голоса. Горизонт потускнел, и уже нельзя вернуть все назад. Прямая дугой замкнулась в круг, я завершаю долгий путь. Незваный гость мне стал тут другом, шараут мои люди. Провожаю август, беспощадный парадокс. Не ощущаю радость, я хоть до мечты подать рукой. Кроет, кто-то сломал контроллер, я не управляем более. Я всю игру знаю наперед, будто попал в Делориан. Тут не всем было все по духу, стиснув зубы, дожидаясь и я конца. Кто-то вышел на перекур, прыгнул в бубер, умчал, забрав кента. Здесь были антигерои, любимчики и изгои, счастливчики и нефартовые. Кто-то поникший, а кто-то искрой убил. Мною управляет адреналин, в сердце сжимается динамит. Какой по счету и что насчитал, да много налей, на дни налей. Куда дороги нас завели, сам себе враг или сателлит. Любовь и ненависть сегодня в голове моей сыграли один на один. Давно пора была.
легенда, судьба как парабола. Эксперименты дотала балайны, как собаки Павлова. Сюжетная линия моей судьбы уже вся исцарапана. После меня засыхает река, где вода цвета алого. Заново. Мир после нас — это песен мотивы, что будут звучать у людей на репите. Все заново, заново. Смерть — это всего лишь пауза. Жми на плей и меня не забывай. Золото, блеск или серебро впросит. В запасе есть болдинская осень. Real life, как электрошок, но каждый день выше этажом. Ничто... Прям тут это романтика. Кующим витражом. Real life, как электрошок, но каждый день выше этажом. Ничто сиять в этом ретро-шоу и стать бегущим витражом. Ну как бы вот вторая часть была немножко поглубже, первая она такая была опять что-то там какие-то, ну, музыка была хорошая в первой и второй части. А, но вот по смыслу, мне кажется, все-таки Бес, он немножко уступает даже, ну, он обогнал Витю Классика однозначно. Вот Витя Классик, и в прошлый раз, да, ты говоришь, что я его оценил ниже всех. Говори громче, а то дрянь. Ниже всех Витя Классика оценила, и сейчас он у меня опять получается ниже всех, потому что вот Бес его обгоняет. Я ставлю 8 баллов ему. А за музыку, за вторую часть, и, ну, как бы получилось душевненько, но все равно не дотянул до первой парочки, которые у нас. Хотя первая парочка третье, четвертое место делят. Да? Да. Ну, сейчас-то вот они должны уже между четырьмя выяснить, кто пойдет до первого, до второго. Нет, нет. Первое, второе место борется за него Бес и Витя, да? Классика. А за первое, второе. А Рамирес с Нервным за третье, четвертое. Да. А у меня вообще наоборот. Ужас. Ужас, ужас. Ну, вот если бы я из всех четырех выбрала, то я бы выбрала, наверное, ну, на первом месте у меня Рамирес был бы, на второй у меня был бы Нервный, на третьем был бы Бес, на четвертом был Витя Классик. Но так как если за первое, второе, да, то значит первое место я ставлю Бесу, а второе тогда Витя Классику, хотя Витя Классик отстает. Вот. А, ну, а третье место тогда Рамирес, четвертое Нервный. Вообще неправильно, все перечеркиваем и делаем по-новому. Вот так, как я предложила. А как бы глубины было больше у... У Рамиреса. У Рамиреса. Вот. И почему Витя Классик вышел в финал? Не знаю. Он был самый слабый из всех четверых. Ну, что делать? Вот такая она судьба. Всем пока.